Так. Странная херня, конечно. Игра не перестает удивлять. So there's this elevator. We're going to take that to the central. Мы знаем, куда бежать. An alien thing. Who knows what it looks like? Get back on the elevator and go up to the main transport corridor and run back to the airlock. That's the plan. Let's? You were actually listening this time. Угу. Alien Matters, да? Black Life Matters, да? Или Alien Life Matters? Нет. Или не Matters? Да. Чё, пойдём? Кто тут в окошечко смотрит, а? Или уже не смотрит? Я даже не знаю, что взять. Дробовик возьму нахрен. Возьму тяжёлое оружие. Тогда я с SMG побегаю. СМБ. Нормально. Побежали. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу! Да. Фазеры, лазеры, мазеры. Another compiler. А, где ты нашелся? О. Гион. Прямо здесь. Чё? Кто там у нас? Да, блин. Сложный выбор, а? Да. Charger here. Какой charger? Где вы нашли? Ну, я тоже не понял. Ладно, пошли. У тебя, кстати, какие грейды были? У меня типа быстрая смена оружия, взрывающиеся враги и что-то еще. А мне другое. То есть для каждого своего. То есть у меня сейчас. Я, блин. Ладно, уже не скажу, надо поменять. Там какой-то больше урон. Флэшер! Гу! Это флэшер. Да. Больше урона типа там. От гранаты, ну, типа. Размер урона. Какое же странное здесь оружие. Я даже с дробовика умудряюсь не попадать ни по кому. Это как? Упор практически при том. Да, тут не хватает какого-то движения, знаешь, дерганые модельки все. Well, the bridge is out. Они как будто, я не знаю, наркоты обожрались каких-нибудь спидов или что-то, не знаю, ускоряет восприятие. Экстази. Че там на вечеринках принимают в клубах? Я не знаю, я не бывал там. Да, я тоже, кстати, ни разу не был. Я был только на школьных дискотеках. Не, ну не то чтобы. На таких вечеринках, про которые снимают фильмы текст. Ты же знаешь, ну, типичные рейв-вечеринки, на которых мы не были ни разу, да? Не, никогда не были. Там кокс, кокосовое молоко пьют. Я только по рассказам слышал. Да, друг рассказывал. А, нет, друг друга. Он тоже слышал где-то непонятно где. Я даже не знаю, как друга-то зовут на самом деле. Не помню. Он вообще не друга. Мне друг рассказывал, я не помню, но громко было. Говорит, в фильме каком-то видел. Да. Короче, этот Чет Палисик потом еще писал о том, что он никогда больше не будет выкладывать свои игры в Early Access, потому что от этого идет плохая эта самая. Ну, слава, скажем так, об игре. Вот. Ну, бляха муха. Ребят, есть такие ярлые аксессы, которые, вот, не знаю, Ripout. Я знаю, что он не доделан, но мне хочется в него поиграть, когда в него еще добавят контент. Здесь непонятно.
Так, где-то, кстати, мы должны тут не пропустить... О, турелька. Где-то мы тут должны не пропустить грейделку, которая была так заныкана за шкафчиком. А, да? Ой, это здесь прям коридору. По-моему, или где-то внизу здесь где-то? Она была. Не-не-не, сверху. Сверху? Че за оружие под названием роутер? Интересно, какая-то фигня. Так, Гуйон. Там. Oh, Gion, you need to take better care of yourself. Hit your pulse! And a grenade here. Еще бы я, знаешь, что в эту игру добавил, а возможность уклонения не хватает немножко. Шифты, типа? Может, здесь где-то? Да. А, нет, не здесь. О, стрейфа резкого. Хм. Угу. Что-то я, да. Может, дальше все-таки, там, по-моему, такие же коридоры еще будут. А, да, наверное, все-таки дальше. Рутер — это специальное такое оружие, которое дополняет. Давай. А что это такое? Хелбустер? Временка? Yeah. Что здесь за медленный? А. Так. Это жижа, в который наступаешь, тормозишь. Жижа, да. А вот... Нет, не здесь, нет, не здесь. А черт его знает. Мы нашли и не нашли, господи. Ну да. Пусть с ним. В принципе, чисто случайно нашли. Не нашли, ну и больно-таки оно нам и надо было, ничего страшного. Ну, пока у меня нормально все, стабильно. Да, может, наверное, что-то со мной сейчас. Может быть. То есть он на клиента, ну то есть, как-то... ну да. В общем, все на меня повесили. Да, не рад, что это дело. Возможно, скорее всего. Почему-то мы с этим закрались. У меня же еще ОБС, считай, пишет. Тоже он жрет процессора достаточно мало. Так, куда тут идти? Нашел? Нет, пока нет. Что у нас такое? По-моему, чёрт. Это не тот, куда мы пришли. Похоже. Да. Может быть, я тут, блин, реально. Не знаю, тут да. Такой. Это вообще ни хрена непонятно. Никаких огоньков, знаешь, куда идти, куда подаст. Это как в GTA, не в GTA в этом, а в Репауте. Ну, по законам геймдизайна зеленый цвет сигнализирует то, куда нужно идти. Да. Ну, знаешь, как точно. А, вот вниз, походу, сюда. Вот. А, точно, вот, да. Wait, so we're going to go down there? А там на красный свет. Да, это было забавно. Вот здесь вот было это. Да, вот этот логодром будет. Был. Посмотрим, ну как оно пойдет у тебя. Пока все норм. Флаги пошли. Да, все-таки. Они сильные. Не, вот нормально. Отпустила. Что там, блин, светит?
That one's dead. Не говори, выключите дальний свет, а? Оставили ксенона колхозного. Да у нас тут. Okay, okay, we did that. We can handle this next. I'm hitting it. А тут нету, тут постоянная скорость. Там гранатки две было. Камон, давай, заходи. Hit your pulse. Lou. Guy. Это темнота какая-то, да? Ладно, достаточно. Купер. Флашер. Когда произошел этот большой взрыв, у меня аж это самое. Цепелы зашкалили. Good. Ай, блин. Don't get good. Grab him! Hit your pole! Grab him! There's a brute! Behind you! Блин! Cooper, back with me! Cooper, Cooper! Эти как привет, Слатан Фильм. Это что, интересный шрифт. Это жестенько пошло, да? Кого там тебя? Что с тобой делали? Меня. Да. Ну что, надо все воткнуть. Блин, что это за хрен такой, которого хрен убьет? У меня знак стоп горит. Down. Need help. Come on. Up on your feet. Use your pulse. Ну, наконец-то, блин. Thanks. Жирнота такая. Ничего ее не убить. Так, что там Хиггс? Надо лечиться. Да. У тебя лечилка есть. Спасибо большое за лайк. Жаль, что не можешь. А то мог бы с нами поиграть, если есть желание. Знаешь, я вот смотрю тут этот самый Star Trek. Ну, то есть, как бы, у меня такая цель. Этот самый Star Trek посмотреть. Ну, потихонечку, без всякого напряга, но тем не менее. Ага. Сейчас я уже добрался до Discovery. Офигенный был Star Trek Lower Decks. Вот. Я как-то с трудом, но продрался через оригинальные серии 60-х. Вот. Enterprise тоже был неплохой такой. Ну, в общем-то, сейчас продолжаю смотреть. Но суть в том, что... Вот, кстати, в этом Strange New Worlds офигенно был. То есть не был он как бы это новое из новых этих серий. И там как бы вот это все дело, оно как бы взяли The Original Series типа 60-х, но переначали на современный лад. И очень классно выглядит все это дело. Вот, очень жду, и собственно этот Пикар будет дальше. Сезоны новые. Но, так вот, я к чему? То, что в этом Star Trek там куча всяких раз. И там есть возможность для конфликта. А здесь у нас как бы взяли вот эту вот тему, то есть как бы конфликты там могут быть расы, типа такие, которые ну, обладевают разумом других, там и что-то заставляют делать, и знаешь, и расы, которые могут,
которые нормально вот как боевитые, типа этих, там, не знаю, борги всякие, там эти, как там, не Ктулху, а там, господи, как там, ну, которые главные враги были, какой-то варги, не знаю, еще кто-то там еще, да. Вот. И фишка... Я хорошо помню. Ну, варги, по-моему, такие, которые с черепом таким ребристым, волосатые, злобные такие. Суть в том, что здесь могли бы тоже делать вот эту вот штуку, что есть такие вот злобные твари, а есть такие нормальные, которые с автоматами и что-то такое. Вот, ты знаешь, это даже немножко странно выглядит, что это просто делали зомби в космосе. Вот. Блин, боты, конечно, за нас играют, это просто имбецилы, по-другому их не назвать. О, тут есть шотган. Хочешь? Да, да, сейчас. А у них, блин, такая тупая привычка, ты начинаешь отходить это назад, нет. Да? А они перед вон тобой встают, и ты через так них стреляешь. Ага. Да-да, это не только здесь, это везде. Weapon вон here. Там. Да. Ой, это какой-то прокачанный. Ладно, спасибо. Наверное, третье оружие. О. Matter compiler. Weapons. Come on, let's get lucky. Leo, you've got to take care of yourself. Па-па-па-па. Макдональдс. Па-па-па. Move while aiming gun. А давайте возьму пистолетик. Главное не упасть никуда. Раньше времени. Что ты сказал вовремя? Ну, главное не упасть, и я уже лечу вниз. Ехар, давай, что ты смотри. Тебя поднимут? Да-да-да, меня поднимает. Хелсбустер. Тут главное не упасть, сказал ты летящему вниз мне. Так, Хикс. Да, а у тебя аптечки нет. Да. Ой, что, я подлетел. Это мне намекает. А у меня же была турелька, а где моя турелька? У меня турелька есть, если что. Может, в предыдущей игре у тебя была турелька? Не, я тут тоже подобрал. Мне кто-то украл турельку. Может, я выкинул какой-нибудь кнопкой? And a grenade here. Что я мог нажать, чтобы выкинуть ее? Turret! Фонарик, кстати, надо не забывать фонариком пользоваться. А что, темно? Ну, иногда. Особенно, когда флешер там зарядит. Are we going to jump down the sewer? I hate all of this. Типа, не надо. Use pulse. Да там тяжело плазменный винтовка. Я помню, мы когда играли в прошлый раз, напомнишь, такой вообще фарш просто творился сплошной в конце. Когда мы не могли понять со штурмером, когда играли, кассету там что-то достать надо было. А, да, это первую. Там вообще что-то хардкор творился какой-то. Ага. Да, помню, такое было. Кто-нибудь хочет так автотурельку? А? Икс. Давай, я возьму. Found a turret. Ладно. I'm healing. Flasher. Я чувствую себя как эпизод 4.
где они в этом мусорнике. Да-да-да-да-да. Сейчас. Чубак. Про Звёздные войны? Да-да-да. Так, дырки главное не падать. Понаделали, блин, отверстий в полу, а? Граната здесь как-то хреново кидается, я не понимаю, как это не оттестировали. Ну, потому что реально я не знаю. Мне трудно понять принцип. Ну, то есть они как бы так кидаются или не кидаются, то есть. Ладно. Can we get the door? Так, ну вот мы и дошли. Я хочу сказать, что гранаты здесь кидаются глупо, через глупо. Лопу. Ты кидал? Или тебе не надо да. было пока что? Я кидал и все время не мог понять, куда они кидаются. Ага. Кидаются куда-то под ноги. Блин, я оружие свое. А там типа нужно задерживать, и тогда появляется этот самый... It's okay. We're going the right way, right? Sure. See? We're okay. Let's hit it. Ну что, понеслась? Угу. Да, напоминаю. Да. Мы напоминаем, можем... что... Вы можете к нам присоединиться. Вы можете выиграть ключик на эту игру. Если подпишитесь на канал Дреда, подпишитесь на мой канал и найдите ссылки в описании. А также перейдите, подпишитесь на наш дискорд-сервер «Кооператив Дружба». И буквально 10-15 минут, и вы уже играете с нами. Да, все так. Таков за путь. Афроамериканца или сильную независимую женщину. Да. Так, а вот наконец-то можно было нажать. Эй. Блин, интерфейс такой интересный, вот оружие справа внизу подсвечивается таким нежно-бирюзовым цветом, как будто да. бы я, знаешь, случайно зажал shift пробел и язык в винде пытаюсь переключить. У меня краем глаза цепляется, как будто там вылез переключение языка. Уведомление из винды. Гренейд! Кто-то спрятался. Так, мы поднялись снизу, правильно? Угу. Тут походу такой круговой будет вокруг. Тут какое-то оружие лежит. Бластер Sunshot. And a grenade here. Что за БФГ? How do we want to help? This is very bad. Grabber, use the pulse. Help, I'm grabbed you. Причем хочу заметить, что у этих товарищей как-то нету никакой модели расчлененки. Да, 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 да. И тут? У них есть расчлененка, когда в голову попадаешь, да? Но если они уже померли, так сказать, то стреляет им не стреляй по голове, пока у них анимация смерти проигрывается, у них уже ничего не отстреливается. Угу. Меня это немного иногда сбивает с толку. Мне кажется, что враг еще живой, а он просто медленно падает. Hey, watch out, grenade! Инъектор здоровья пропустил. Это как... А, тут надо... We need the help, I'm bringing them back. Вот, сейчас перемещается к нам. Ладно, не так. Мне это прикольнее. Видал, видал, как здесь персонажи, да, появляются? Ага. Thanks, все, уже появилось. Ну, я приблизительно понял. Несса, иди возьми там, или кто там, возьмите. Hey, let me help you.
я уже. Какие модные у тебя очки? Что? Эти какие модные у тебя очки? Интересно, а ты если по бочке в моих руках стрельнешь, она взорвется? Ты хочешь проверить? Да. Weapon. Он тут поменял оружие. Так, ты хочешь проверить? Пробуешь? Да-да-да, интересно. Так, нет, не работает. Нет. Это забавно. Так, что тут у нас? Объект не является объектом, да, а является объектом инвентаря, получается. Это спаунер. Charger. Spawner. Ammo right there. Spawner. Let's buy that glowy stuff. Что это такое? Это граната. Grenade. Тут гранатка есть. Что тут интересного? Ничего нет. Everyone, a matter compiler. Matter compiler. Everyone, a matter compiler. This is the best. What the fuck? Нет, носите больше. Так. Лампочки моргают. Буду смотреть, не фантазироваться. Красота. 60-е. Mm-hmm. О, смотри, какая-то хрень выросла. Это тварь. Инопланетная технология. Ой, радиация? Бросить? Понятно. Да, нужно нести. Тащить. Ой. Я ж не это хотел. Куда нести? Да я тоже не понимаю, куда нести. Слишком да горячо, слишком горячо. Бросаем, бросаем, бросаем. О. Фу. Наверное, сюда. О, музон заиграл, интересный. Я остываю пока. Ну, интересно. Какая-то новая механика. Grabbing the canister. I'm dropping it. Brute! Гупа! Ха! Лохи! Наши технологии. Цена планете. Инопланетная. Once this opens, let's just keep moving straight back to the ship. Так. Got the canister! Я первый. Ладно. Американский футбол такой, да? А, что меня захватили? А, это граната, короче, по принципу, как в Deep Rock Galactic, видел? Голографическая граната. Да-да-да. Куда нам нужно идти? А, вот смотри, короче. Это контейнер. Давай сюда. Use your pulse. Бегу, 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 бегу. Got it. Boom, faster, quick, less. Да, супер. Так, плазма лайф. Вот тут оружие всякое. Так, вот сюда я и бросил, если что. А, ты уже дальше побежал, да? А я просто сразу добежал, насколько мог. Бои не задолбали кричать мне, чтобы я поставил турет. Нет, они... они, может, кричат... Турельщики. А. Вон там чувак, ты видишь, бегает такой. Вот это вот. Spawner. Вот это вот кек. Там, там такой... хрень, как будто у него... как будто, не знаю, собачий ёршик.
alien stuff. This is a mess. Ой, еще один компьютер. О, прикольно. Ой, он, блин, горелый, но он без коллизии, а? Ну как так? Я буду везде во всех играх докапываться до коллизии теперь. Что такое? Я могу сквозь него ходить. Блин, как интересно, я даже не знаю, что выбрать, а? У меня слишком крутые улучшения. Up on your feet. Thanks for getting me up. Come on, let's get you up. Ну ладно, вроде разнообразие в оружии есть. Блин, ну что же выбрать? Что же выбрать? Я не знаю, что в этом компьютере выбрать. Тут два очень противоречащих себе этих самых. I'll carry it. Dropping it. Короче, я могу выбрать автопомечание врагов особых при наведении на них курсора. И тогда у меня предыдущий перк сработает. Всем будет даваться кратковременный адреналин. Прикольно. Либо я могу выбрать улучшение при зажатии вот этого рукопашки, то я буду еще взрывать все вокруг. То и то очень интересно. Выбирай авто. Мне кажется, это более интересно. I've got the canister. Ну там внизу надо смотреть. Может, какая хрень есть. Okay, I'm dropping it. Там наверху точно. Get the flasher! Где этот гребаный флешер? У меня, походу, автоим появился. О, у меня rocket launcher же был. Spawner! 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 Oh, there's a brute! Oh. Good! Oh. Does someone have the alien tech? Thank you. У меня патроны кончились. Brute, grabbing the canister. Someone grab this turret. I'm dropping this thing. I got it. Oh, блин, меня захватили. Turret. Kill that little thing. Ух, нихрена, тут оружие лежит, целый склад вообще. Что сейчас? Сейчас, походу, жесткое будет что-то. Слушай, я не видал, что тут лежит там слева, просто атас. Это... Что темно стало, да? Да, здесь тяжелое плазменное, стазис СМБ. Разогнанное СМБ. Тяжелая плазменная винтовка, нет, спасибо. Плазменная винтовка. Окей. Что это за оружие?
походу вниз? Куда? Тут я не понимаю. Ну что, я шотган взял. Хикс, тебе надо подлечиться. Да-да-да, сейчас я тут еще оружие выбираю. Роутер. Детонатор. Так, я подлечился, если было чем подлечиться. Okay. У меня есть только временная хилка. Так я ей лечись. А тут-то совсем уже. Она, ну да. That's better. Let's go. Поехали. Так, возьму с собой бочку. Вот, прям. Turret, here. Hey. There's a charger. Don't drop the canister off this. Does someone have the alien tag? Hey, shoot someone else. Keep going. We're close to the airlock. Hey, let me put the flasher. Got it. That one use the pulse. А, нам обратно go, надо. Go, go! Turrets! Turrets! Throw grenade! Turrets! Надо эту хрень взять с собой, точно. Turrets! Got it! Spawner! Young baby, that got spawner! Throw grenade! I'm to the airlock! Может, не просто прям бежать и стой still, stay still, let me scan you. О, тебя подлечили? Да-да-да. Я даже не понял, mine? Кто. А, это Несса. Блять, куда идти надо? Почему вы не можете просто показать? Не говори. I don't think they want us taking this. Hit the pulse, hit the pulse. Sorry, if I got I'll carry it. Got me. Turret, you behind you. Spawner. Thank you. Spawner. Grabbing the canister. There's a brute. Ну наконец Let's хоть какая-то кнопочка. Dropping it. Призматическая винтовка, это что? Что-то хорошо. There's a brute. Пойдем, There's так, a brute. Винтовка. Got it. По нихер будет. Нам сюда как бы. Can we get the door? Открывайте двери. Закрывайте окна. Закрывайте дверь. Любовь идет на дело. О, второй. Мне. Какая музычка. У меня перк появился. Закончите второй эпизод, не беря никакого перка. Да? Что-то... Интересно. Пиздят. Безбожно. Да-да-да. Так, ну что? Посрать в меню, 296 секунд ждать. Что? Ты что, второй эпизод мы закончили, да? Слушай, под конец второго эпизода... Было даже как-то бодренько, честно говоря. Но я скажу, что почему-то это не идет в сравнение с концовкой первого эпизода. Ну да. Там прям мясо было вообще, месилово, жесткое. Угу. Да. Ну а так да, интересно. Мне вот понравилось оружие, вот это всякое стало уже новое такое, как сказать, разогнанные всякие СМГ, бластеры интересные, уже повеселее стало. Жаль, нельзя сразу прокачивать себе. Да, оно, конечно, все равно выглядит немножко так одинаково. Но, тем не менее, как-то уже какой-то прогресс в геймплее появился.